социализм, национализм, гомосексуализм, література. Ви думаєте, це про минулого нашого героя? Ні, це ось про цього, про якого нам буде розповідати професійний філолог. Пані Ольга Воробйова, людина, яка знає про Лорку усе. Будь ласка, зустрічайте. Ну, все про Лорку я точно не знаю. Хотя бы если учесть, что о том, как он умер и умер ли он вообще, до сих пор строится много конспирологических теорий. Но давайте разбираться и знакомиться с Лоркой вместе. Я скажу вам сразу, что Лорке очень сильно не повезло. Он попал в школьную программу. И как любой писатель, который попадает в школьную программу, он проходит где-то очень мимо, а потом, когда вы пытаетесь его почитать, память говорит: «О боже, нет, мы учили это наизусть, проразбивается гитара и что-то там с утром, и больше мы об этом знать ничего не хотим». Что вообще обычно про Лорку говорят? Про него говорят вот такой маленький абзацик, скромно обходя вниманием личную жизнь, поскольку Лорка был даже не бисексуален, а гомосексуален. Говорят, что ну вот, родился он, да, в 1898 году, принадлежал к поколению 27, так называемому, это писатели, поэты, философы и фольклористы. Еще рисовал, еще занимался театром, ну и умер, когда в Испании устанавливался режим генерала Франко. Собственно говоря, и все. И очень жалко, что большую, богатую жизнь, потому что Лорка был авантюристом, Лорка был поэтом в лучшей, как бы, смысле этого слова, очень жалко, что это все можно свести к одному маленькому абзацу. И я предлагаю познакомиться с Лоркой получше, потому что люди живы, пока о них помнят. Давайте посмотрим, каким Лорка был человеком, и начнем, понятное дело, с детства. Детство у Лорки было счастливое. Его семья его во всех начинаниях поддерживала, я буду еще об этом рассказывать. И ему повезло вырасти в красивом месте. В принципе, да, у многих наших поэтов, если мы смотрим, если человек вырос в живописном месте, то, скорее всего, у нас есть шансы увидеть его где-то потом там в классической антологии. Сам Лорка вспоминал о своем детстве так. Вот уже несколько дней, как взошла оливково-зеленая луна над голубым туманом Сьерра-Невады, горы. Напротив моей двери пела колыбельную женщина, и это пение золотым серпантином обвивало все вокруг. Здесь живешь, словно посреди волшебства, особенно с наступлением вечера, как в полусне. Я не могу описать словами чудо этой лавеги и этой маленькой белой деревушки под сенью тополиных рощ. Но и понятное дело, Лорка несколько лукавит, потому что он очень много стихотворений посвящал поэзии и красоте своего родного края. «Светись, вода, синее синь, как ярок апельсин! Синее синь, вода, светись, как много в небе птиц! Свет синева, как зелена трава, небо, вода, как еще рожь молода!» Семья, старший брат, родители. Семья была очень одаренная. В семье все так или иначе интересовались литературой, музыкой, фольклором родного края. И это потом тоже отразится на творчестве Лорки. Активно поддерживали Лорку. И особенно поддерживал отец, да, то есть часто бывает так, что если ребенок начинает писать стихи, то ему говорят: это, конечно, хорошо, но что ты будешь кушать, не хочешь ли ты пойти, там, не знаю, в медицинский или в юридический. А в ситуации с Лоркой все было не так. Отец говорил, что учись, занимайся тем, что тебе интересно. И, например, одним из очень важных, как мне кажется, для Лорки жестов было то, что когда он начал активно интересоваться литературой, отец пошел в самый крупный книжный магазин их города и открыл на имя сына неограниченный счет с
сказал, что все, что ты хочешь, покупай, читай, бери, по-моему, королевский подарок. Ну, понятно, как для выпускника-филолога, мне кажется, что это королевский подарок. И Лорка действительно очень много читал, и много читал он самого разного. Когда смотришь в дневниках на то, что его интересовало, такое ощущение, что в нем жило четыре разных человека. С одной стороны, он читал скандальную по тем временам для Испании литературу, потому что, напоминаю, что Испания была консервативной католической страной, в которой шаг вправо, шаг влево очень сильно не одобрялся. Лорка брался еще в школе за такую скандальную литературу, как «Происхождение видов Дарвина», читал Вольтера, читал этих ваших древних греков. Вот. Но параллельно с этим Лорка увлекался еще и христианскими мистиками. То есть, например, святая Тереза тоже была в списке его любимых авторов. И мы это видим в литературе, в творчестве Лорки. То есть, если вы возьмете, почитаете его стихотворение, да, то там будет очень причудливый сплав вот этой религиозной мистики с абсолютно трезвым взглядом на жизнь и на жизнь тех простых крестьян, которых он много описывал. И это, конечно, действительно очень интересно. Дальше. Лорка много читает. Лорка еще в школе начинает писать стихотворения. И тут интересно, что вообще-то изначально прочили, что Лорка будет хорошим музыкантом. Он играл на пианино, ему это нравилось, но происходит трагическое событие. Из серии «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Его учитель гибнет. Для впечатлительного молодого юноши это очень большое потрясение. Он отказывается браться за инструмент, и он очень сильно не скоро вернется к музыке. А пока нужно искать, как выплеснуть творчество. И, понятное дело, он берется писать стихи, он начинает читать их в маленьких кафе и знакомится с человеком по имени Фернандо де Лос Риоса. Запомните, это имя – это добрый гений Лорки. Это человек, который будет всю его жизнь, всем, чем он может, он будет Лорке помогать. Пока что это преподаватель Свободного института образования испанского, вы его видите, и он настаивает на том, что Лорку нужно отправлять именно туда. Он говорит, что город, в котором Лорк живет, для него мал. Ему нужно переезжать в крупный город, ему нужно переезжать в Мадрид и поступать там в институт. Это очень интересный институт, он есть до сих пор, вот вы видите его на слайде. Чем он интересен? Он интересен тем, что это было, по сути, неформальное образование. То есть в Мадриде был большой государственный университет, который базировал обучение на том, что студентам, в частности, помимо знаний, вкладывали в голову то, что есть Бог, есть правительство, и вы обязаны слушать и то, и другое. Но не всем преподавателям нравится рассказывать своим студентам политику партии. И часть преподавателей сказали: нет, мы создадим свой институт с свободой и с интересным образованием. Они его создали, и именно в эту колыбель свободы, свободомыслия, молодых талантов и приезжает Лорка. И, понятное дело, он с головой просто окунается в эту столичную жизнь. Очень важное место для всех студентов. Ходили в студенчестве или ходите в кафе? Правильно. Возле института, в котором учился Лорка, в Мадриде тоже было такое кафе «Гихон». Вот вы можете увидеть, это фотография с тех времен, когда там был Лорка, то есть вот старая. А это то, как оно выглядит сейчас. Этой фотографии буквально пара лет, то есть до карантина оно работало. Я очень надеюсь, что будет работать и дальше. В этом кафе собирается вся творческая молодежь Мадрида, и особенно ярко выделяется два человека, которых связывает тесная дружба. Это Гарсия Лорка и Сальвадор Дали. Именно тогда начинается эта дружба, именно тогда начинается влюбленность Лорки Сальвадора Дали, да, он позже будет ему писать: он о Дали, да звучит твой оливковый голос. И именно тогда, в студенчестве, когда у нас все самое прекрасное зарождается, Лорки первая любовь, и у него все хорошо, он активно пишет стихотворения, он активно знакомится с творческой вот этой тусовкой Мадрида. И, значит, следите за руками
как интересно складывается в его жизни знакомство. Значит, его преподаватель Фернандо де Лос Риоса, привозя его в крупный город, считает, что нельзя бросать молодого человека как бы в свободное плавание, нужно его кому-то представить. И он представляет его самому известному на тот момент в Испании поэту Хуану Рамону Хименесу. Собственно говоря, до сих пор великий поэт считается, и очень советую почитать его стихотворение, почитать о нем, если вы не знаете. Вот. А на тот момент это такой именитый маэстро, перед которым стоит молодой Лорка, трясущимися руками, показывает листик своими первыми стихотворениями. Хименес смотрит и говорит, что да, очень неплохо, и вы, юноша, имеете все шансы вырасти в великого поэта, особенно если избавитесь от своей манеры затянутости, потому что пока у вас все стихотворения очень длинные, но нет, от этого Лорка так и не избавился, но великого поэта, как мы видим, вырос. И дальше Хименес, в свою очередь, знакомит Лорку с директором креативного театра в Мадриде. Лорка читает стихотворение ему, и директор видит что-то творческое, что-то классное, и говорит: а не хотите ли вы, молодой человек, написать для моего театра пьесу? Это просто суперудача для Лорки, потому что Лорку, у него особая страсть была, да, то есть, наверное, самая главная страсть в жизни Лорки был театр. Почему? Потому что ему нравился народный испанский театр. Это то, что ни католичество, ни власть, ни перемены какие-то там, да, политических непогод, ничего не смогло убить. Вот этот живой испанский театр, смешной, яркий, ехидный. Лорка видел эти выступления в детстве, и он мечтал о том, что этот театр сможет возродиться буквально в каждом городе. То есть писать пьесы, участвовать в театральной жизни — это для Лорки идея фикс. И когда ему предлагают для авангардного театра написать пьесу, он должен был быть в восторге. Но Лорка молод, и Лорка студент. Он соглашается, берется писать пьесу, очень такую интересную, о любви таракана и бабочки. Классическая история красавицы и чудовища. Но параллельно с этим у него идет первая любовь, у него идет, подозреваю, первая сессия, непонятно, что страшнее. То все пятое, десятое. В общем, свою первую пьесу Лорка писал так долго, что все уже потеряли надежду увидеть ее на сцене, и настолько потерял к ней интерес, что придумать название для постановки он поручил директору, да, который как бы в него поверил и взял молодого человека. Ну, он такой: придумайте что-нибудь, поставьте что-нибудь, ну, и я думаю, вы можете угадать, чем закончилась постановка. Постановка пьесы под названием «Колдовство у бабочки» провалилась не то что с треском, а просто вот с это был грандиознейший провал, который немало не огорчил Лорку. Зато кого он действительно сильно огорчил, это его отца, потому что отец эту постановку спонсировал. Вот. Ну, это я, собственно говоря, рассказываю историю не к тому, чтобы как-то чернить имя Лорки, а к тому, что если у вас что-то не получается, то можете подумать о том, что не то, что первый грандиозный провал может дальше вылиться в такой же грандиозный успех. Потому что Лорка, понятное дело, не просто лоботрясничает, а он активно в то время, когда не пишет пьесу, работает над своей первой книгой стихотворений, вот вы ее видите, да, с тоже таким названием «Книга стихотворений». В общем, не давались Лорке названия своих сборников. В 25-м году второй сборник песни название придумал его брат. Его же брат, да, его же брат отобрал стихотворение для этого сборника, потому что у Лорки были большие проблемы с отбором материала, ему хотелось все побольше, побольше. Старший брат был юристом, таким спокойным, сдержанным, они сели вместе, выбрали, и именно со второй книги, с книги песни, к Лорке приходит успех. Он становится известным человеком в Испании, он начинает читать публичные лекции, и под как бы покровительством Сальвадора Дали выходит выставка его рисунков, потому что Лорка действительно был просто всесторонне одарен, и в том числе он еще и рисовал. Рисовал достаточно интересно, его рисунки легко можно найти в сети и посмотреть. Некоторые сборники он так иллюстрировал. Вот. И, наконец, сбывается то, к чему он долго шел.
25 июня 1927 год, премьера спектакля «Марианы Пинеда». Этот спектакль в первом же сезоне выдержит 10 постановок, то есть 10 раз подряд на сцене будет идти Марианна Пинеда, и 10 раз подряд будет набиваться полный зал. Это оглушительный успех, и Лорка может смело гордиться собой и смело говорить о том, что он подчинил себе этот страшный театр. Чем еще занимается Лорка в 27-м году? В 27-м году молодой же поэт, уже с некоторым именем, а после выхода «Марианны Пинеды» уже не с некоторым, а с большим именем, собирает вокруг себя группу из музыкантов, художников и, понятное дело, писателей. Эта группа занимается тем, что пытается возродить испанский фольклор, вот то самое живое народное слово, очистить его от шелухи, да, и несмотря на то, что, я не знаю, мне кажется, что для некоторых из нас фольклор звучит как что-то такое страшное, да, и остается на уровне, там, не знаю, матерных частушек и очень заунывных песен, но испанский фольклор — это очень красиво, это очень страстно, и понятное дело, почему Лорка и сотоварищи ими очарованы. Все люди, они все на этом слайде, собственно говоря, запомнились как те, кто способствовали культурному возрождению Испании. Все они были горячими головами, все они были бунтарями. И позже, когда к власти придет генерал Франко, к сожалению, все, кто не успеют уехать, станут революционерами и так или иначе погибнут. А пока они собираются вокруг личности Луиса де Гонгоры, испанского поэта эпохи барокко. И, собственно говоря, почему я сделала слайд с Луисом де Гонгорой, я хочу рассказать вам интересную историю о том, как Лорка с ним породнился. То есть этот поэт был для поколения 27 таким знаменем. Они считали, что именно он пишет идеально, у него есть и юмор, у него есть и отсылки к народным истокам. В общем, именно так мы и должны делать. И им очень хотелось как-то почтить его память, потому что это сейчас про Луиса де Гонгору мы можем прочесть, там, не знаю, в интернете или в любом учебнике. А на тот момент это, к сожалению, был малоизвестный поэт, про которого знали, ну вот, только такие же увлеченные, как Лорка. Как почтить память? Напоминаю, это Испания. Это очень религиозная страна. 10 поэтов приходят в церковь и говорят: мы хотим заказать молебен в честь Луиса де Гонгоры. Священник церкви, не особо образованный человек, говорит: да. А скажите, а кто родственник покойного? Поэты переглядываются, как бы вы видите по году, что родственника покойного уже давно на свете тоже нет, и, не сговариваясь, 9 человек указывают на Лорку, что вот у нас Лорка, вот он родственник покойного. Ну вот так Лорка стал. Дальше еще 2 сборника: «Цыганская романсера» и поэма «Аканта Хонда». Собственно говоря, поэма «Аканта Хонда» — это вот собранные воедино народные напевы Испании, которые принесут наибольшую славу Фредерико Гарсиа Лорке. После этого он становится действительно очень известным для Испании поэтом. У него есть слава, у него есть образование. Образование, кстати, у него юридическое, потому что он пошел по стопам брата. Я не знаю, наверное, он думал, что ему будет легче учиться вместе с братом, потому что это точно было не настояние семьи, с одной стороны. С другой стороны, вряд ли это было веление сердца, потому что ни дня по своему образованию Лорка не проработал. Он все еще финансово зависит от семьи, и понятное дело, что это начинает его тяготить. Он думает: хорошо, что я могу делать? Я хорошо могу говорить, я люблю читать лекции. И он начинает читать лекции сначала в Гранаде и в Мадриде, потом получает приглашение в США. И Лорка отправляется в Америку. Это огромный прорыв для его творчества и такой яркий этап его биографии, потому что, ну, на самом деле все-таки большую часть времени он проводил в Гранаде. Гранада не очень большая, тут он приезжает в Нью-Йорк, и он им очарован. Он им очарован настолько, что
то у него полностью меняется ритмика стихотворений. Это вот цикл «Поэм-поэт в Нью-Йорке», она очень отличается от обычного творчества Лорки. И он плюс там набирается, ну, как бы другая культура, да, немножко отходит от фольклора, и он получает уверенность в том, что он знаменит, потому что его узнают, у него просят автографы, и через какое-то время из Америки его приглашают на Кубу. Куба — это золотое время для Лорки. Я очень советую поискать дневники Лорки о времени, когда он на Кубе, потому что они, знаете, пропитаны таким духом товарищества. Он, вообще Лорка как бы он славится тем, что куда бы он ни приезжал, он собирал вокруг себя общество литераторов и влюбленных в всякие разные нестандартные штуки людей. И его лекции на Кубе, он должен был прочитать всего 2 лекции, в результате он остался там на 3 месяца, жил то у одних своих друзей, то у других. Друзей. И лекции выглядели примерно следующим образом. Лорка читал лекции, потом он читал свои стихи, потом подходил к пианино, именно на Кубе он снова начал серьезно музицировать, что-то играл, потом приходили другие люди, и это все перетекало в полноценный творческий вечер. Но долго нет времени ездить по другим странам, потому что история, которая в результате, в принципе, Лорку и погубит, пока что ему очень сильно помогает. В Испании приходит более демократическая власть, и мало того, что приходит более демократическая власть, его еще и друг, тот самый Фернандо де Лос Риоса, становится министром культуры. И Лорка понимает, что это прекрасное время для того, чтобы осуществить свою мечту. А мечтает он о чем? А мечтает он все еще о своем театре, да? Не о том, чтобы где-то в других местах, на других сценах шли его пьесы, а о том, чтобы он сам выбирал, что поставить, как поставить и о чем рассказать. Он возвращается в Испанию, он возвращается в Мадрид и начинает основывать свой театр. Этот театр можно называть театром из говна и палок, потому что денег у Лорки все еще не было, но был очень яркий энтузиазм. Поэтому он пришел в свой родной университет, прочел там несколько лекций о пользе культурного возрождения Испании путем постановок разных пьес испанских известных писателей где-нибудь в отдаленных местах и в отдаленных деревнях. Вот вы бы согласились? Студенты Мадрида согласились. Лорка набрал труппу полностью на добровольных началах, 30 юношей и девушек, которые были готовы во время каникул ездить вместе с Лоркой по городам, весям и деревням Испании и ставить там, в принципе, это был классический репертуар. Вот, Лорка не отобрал свои пьесы, он хотел именно, чтобы это было народное искусство, плюс там еще был Сервантес, плюс там был испанский мистик Кальдерон, «Жизнь — это сон», очень известная пьеса, и тоже Лорка смог ее классно адаптировать. Дальше Фернандо де Лос Риоса залез в свои сбережения и все их пожертвовал Лорке. Отлично, сказал Лорка. На эти деньги они купили балаган и пошили голубые одежды. К сожалению, вот эта труппа фотографии не отображает. Одежда была очень красивая, одежда была голубая с белым, у всех одинаковая. И на груди эмблема колесо, колесо фортуны, колесо передвижного театра. И таким образом Лорка отправился вместе с своей труппой, и они проездили так 4 года, и эти 4 года были очень важны для культурного возрождения Испании. Куда бы они ни приезжали, их встречал оглушительный успех, то есть сначала крестьяне с удивлением присматривались, но потом понимали, что это здорово, что это интересно, и если Лорка хотел разбудить испанское самосознание, то он смог это сделать. Эти люди позже будут и бороться против генерала Франко, да, те, которые когда-то стояли восторженно вокруг этого маленького театра и, затаив дыхание, слушали, что же там происходит на сцене. Но не все
так радужно, как я сейчас рассказываю, потому что в Испании потихоньку начинают набирать силу правые. И понятное дело, что Лорка со своим передвижным театром не особо выгоден тем, кто хочет построить власть на чем-то едином, да, на отсылке к силе, к церкви. Понятное дело, что люди, которые начинают думать, которые начинают интересоваться историей своей страны, которые перестают слепо подчиняться исключительно власти и религии, такие люди никогда не особо не нужны режимам. И Лорку начинают травить. Сначала это выглядит именно как сплетни, которые распускаются о Лорке. И тут следите за руками. Значит, с одной стороны, Лорку начинает обвинять в том, что он гомосексуален и подрывает, значит, как бы устои общества. С другой стороны, его начинают обвинять в том, что в его труппе есть девушки. То есть труппа набрана не чисто из мужчин, труппа набрана из девушек, и Лорка с актерами сожительствует, значит, с девушками своего театра. Но как бы логику в этих двух обвинениях вы можете поискать сами, я ее, например, там не нашла. Вот. От обвинений переходит и к как бы, вполне себе внятным действиям, потому что в какой-то момент на театр Лорки начинаются нападения, полиции приходится оцеплять сцену там, где она есть, потом какое-то время театр путешествует вместе с полицией, потом полиция и сама начинает, ну, как бы, помогать нападающим. В общем, где-то мы, наверное, и позже в истории увидим примерно такую же ситуацию. И в какой-то момент Лорке приходится отказаться от театра. Так, у нас куда-то делся еще один слайд. Я прошу прощения. Вот, поэтому я очень кратенько скажу, что Лорка успеет еще раз съездить за границу. И его вторая часть как бы заграничных лекций будет очень успешной. Лорка успеет поставить еще несколько пьес. Лорка начнет получать деньги за то, чем он занимался всю жизнь, за творчество. Наконец-то его публичные лекции, переиздание его книг, интервью для журналов, все это будет давать Лорке доход, который он будет почтовыми переводами отправлять семье, возвращая как бы долг, да, семья в него верила, и вот он почтительный сын, помогающий родителям. Он самый известный, наверное, испаноязычный писатель на этот момент. Он счастлив, он состоялся, он считает, что в его жизни просто наступил пик карьеры. В окно постучала полночь, и стук ее был беззвучен. На смуглой руке блестели браслеты речных излучин. Рекою душа играла под синей ночной кровлей, а время на циферблатах уже истекало кровью. И действительно, время уже истекает кровью. В Испании уже, по сути, идет гражданская война. Лорка на этот момент находится за океаном. Он может не возвращаться, но, понятное дело, он возвращается. Потому что, несмотря на то, что сам он говорил о себе, что я аполитичен, что я одновременно и анархист, и католик, и либерал, и язычник, и традиционалист, и монархист, прежде всего он все-таки человек совести. И когда он видит, что его страна погружается вот в этот вихрь гражданской войны, он возвращается и делает все возможное для того, чтобы эту войну сдержать. Он подписывает так называемое «Обращение 300». Это обращение литераторов, музыкантов и прочих творческих людей, направленное на общественность, на то, чтобы не допустить гражданскую войну. Он снова выступает с публичными лекциями. Он пишет стихотворение, которое позже будет использоваться уже, к сожалению, после его смерти, как гимн повстанцев. И как о нем говорили франкисты, своим пером он наносит вред больше, чем иные пистолеты. И, понятное дело, Лорку начинает искать, чтобы убить. Лорка, с одной стороны, понимает, что это опасно. С другой стороны, как он писал сам, в драматические моменты, переживаемые миром, художник должен плакать и смеяться вместе со своим народом. Надо отказаться от поднесенного букета лилий и увязнуть по пояс в грязи, чтобы помочь тем,
кто эти лилии ищет. Он занимается этим до того момента, пока не понимает, что все, дальше уже некуда отступать, его могут убить. И в этот момент он, не знаю, возможно, он пугается, возможно, это такой бессознательный жест ребенка, который, вот когда дом горит, да, ребенок прячется под крышей, точно так же Лорка бежит к тем, кто поддерживал его всю жизнь. Он бежит в Гранаду, к семье. И это, к сожалению, роковой шаг. Есть много теорий. Есть, к сожалению, очень некрасивая теория о том, что его предают уже в Гранаде друзья. Ну, вполне возможно, его и просто выслеживают, так или иначе. Лорку выслеживают франкисты, арестовывают, вывозят и расстреливают. В 4 часа утра у безымянного оврага, и тело Лорки, к сожалению, так и не нашли. Лорка, напомню, на тот момент был самым известным испаноязычным писателем. Его нельзя было просто вот так прикопать где-то под кустиком, поэтому очень быстро, буквально уже в том же году, генералу Франко пришлось оправдываться. Да? Мировая общественность стала спрашивать, а куда, собственно говоря, вы дели Лорку, где он? И Франко, ну все, что он смог сказать, он сказал, что, ну вы понимаете, вот во время войны бывают разные эксцессы. Мы, конечно, не расстреливали никакого писателя, ну, наверное, да, наверное, он пропал, наверное, он погиб. Очень жалко. Вы видите на слайде та самая роща, где Лорку расстреляли, там стоит памятник, он там покоится не один. Он был расстрелян вместе с учителем и еще несколькими людьми, чьи даже имена история не сохранила. Но хрустнули обломками жемчужин скорлупки чистой формы. И я понял, что я приговорен и безоружен. Обшарили все церкви, все кладбища и клубы, искали в бочках, рыскали в подвале, разбили 3 скелета, чтобы выковырять золотые зубы. Меня не отыскали. Не отыскали? Нет, не отыскали. Но помнят, как последняя луна вверх по реке покачевала льдиной, и море в тот же миг по именам припомнило все жертвы до единой. Это стихотворение Лорки. Честно говоря, оно читается как эпитафия ему, и такое ощущение, что он вылез из могилы для того, чтобы его написать, но нет, он написал его еще когда был в Испании. Это стихотворение «История и круговорот трех друзей», и исследователи считают, что Лорка в нем предвидел свою гибель. Похоже, это действительно так. Собственно говоря, вот и конец истории жизни. Есть еще разные конспирологические теории о том, что на самом деле Лорка не умер. На самом деле его не дострелили, он вылез из оврага и дальше долго странствовал по дорогам Гранады и как бы вдохновлял революционеров. Неизвестно, так это или нет. Теория, конечно, очень красивая, но меня перед лекцией даже спрашивали о том, не выжил ли Лорка. Я сказала честно, я не верю в эту теорию, потому что ну, у нас нету пласта текстов, которые бы были очень похожи на Лорку, а есть подозрение, что писать бы он продолжал в любом случае. Но, по счастью, после него осталась память, остались стихи, и до сих пор он продолжает вдохновлять, вдохновлять и вдохновлять. Да? В Гранаде вручается международная поэтическая память имени Фредерика Гарсиа Лорки. Считается очень почетным ее получить. Многие известные поэты и писатели обращались в своем творчестве к творчеству Лорки. Я, например, неожиданно увидела его, вот, когда готовила эту лекцию. Я листала Макса Фрая, я думаю, вы его знаете, да, современный писатель. И, значит, у Макса Фрая я внезапно вижу. «Сбиться с дороги – это слиться с метелью, а слиться с метелью – это 20 столетий пасти могильные травы». Я такая, о, ну это же Лорка. И там Макс Фрай цитирует Лорку, как будто это заклинание, которое придумано его героем, сэром Максом. И, наверное, на этом я хочу и закончить. Лорка умел творить магию. Читайте его, он творит ее и до сих пор. Дякуємо, Ольго. Мабуть, у когось є питання? Задавайте їх. Так. Ну, если я правильно помню, была арка между Лоркой и Дали.
да, и можно и сказать, что, возможно, несчастный финал этих отношений как-то повлиял на отчаянность, на желание жить и мог бы изменить судьбу Лорки, если бы все сложилось далее иначе. Я, честно говоря, не знаю, потому что если смотреть на истории союзов, где оба человека были творческих, то даже в том случае, когда вы сумели договориться и какое-то время прожили в счастливом браке, заканчивается это обычно печально и все равно служит почвой для дальнейшего надрыва в творчестве. Я думаю, что нет. Я думаю, что этап отношений с Сальвадором Дали для Лорки был этапом, да, взросления, который вспоминался и позже ярко, радостно. Дали, по крайней мере, узнав о смерти Лорки, очень расстроился, но это были как бы светлые и теплые воспоминания. И потом у Лорки же были отношения, и потом, да, незадолго до своей смерти у него была вполне счастливая влюбленность в испанского журналиста, он посвятил ему сонеты темной любви, поэтому думаю, что нет. А если интересно больше про отношения Сальвадора Дали и Гарсиа Лорки, я вот могу посоветовать фильм, там на слайде есть «Отголоски прошлого». Очень классный фильм, правда, очень тяжелый. Вот лично я смотрела в три этапа, но он того стоит. Не, гостья. Здравствуйте, можете чуть-чуть подробнее рассказать про его первую пьесу, которая имела успех, сюжет, почему она такой оглушительный успех имела у дебютанта, драматурга? Что в ней было такого? Я, честно говоря, не могу сказать, поскольку я не критик, почему именно она имела оглушительный успех. Возможно, она имела оглушительный успех просто потому, что на тот момент, к сожалению, испанский театр напоминал что-то среднее между мыльной оперой и, знаете, такими плохими советскими фильмами эпохи застоя. То есть это было очень-очень-очень много политики, очень-очень много нравоучений и все завернутое в максимально сладко-конфетную обертку. Вот. А сама пьеса Марианны Пинеда, она рассказывает о известной испанской героине, и она тоже достаточно трагична. Я, честно говоря, не знаю, как пересказать ее сюжет, потому что она очень образная, ее действительно лучше посмотреть. И я забыла порекламировать. Здесь написано интересный сайт, да, www.garcialorca.ru. Там очень много сохранено постановок пьес его, которые в разные времена снимались, да, оцифровывались, и можно посмотреть что-то достаточно нестандартное. Еще у кого-то питання? Мабуть, ні. Тоді ви ще, хто не думає, задасте після лекції лекторці. Я вижу ще руку. Ще рука. Так, хвилинку. До вас подойду. Спасибо за лекцию, очень интересно. А у вас есть любимое стихотворение Лорки? Есть, и, наверное, даже не одно, но самое любимое его я читала здесь в лекции отрывком. Вот это про «В окно постучала полночь». Я, к сожалению, не прочитаю его полностью, потому что оно длинное, но оно нравится мне за вот эту трагичность, надлом, и за то, что в нем очень хорошо видно то, что Лорка умел. Лорка умел одухотворять неживые объекты вокруг себя. Да? У него здесь живая полночь, у него здесь живая река, а если мы будем копаться дальше в его творчестве, то у него будут живые оливковые рощи, которые как-то взаимодействуют, которые апеллируют к цыганке, говорят ей, что не неси свое дитя там куда-то. И вот это умение оживить все вокруг себя, оно очень классное. Дякуємо. Ще є питання у когось? Ага, ще у нас є питання. Спасибо большое за лекцию. Интересует, так как Лорка, вы рассказывали, ездил в Штаты и на Кубу, и везде собирал вокруг себя творческих людей. Создавались ли какие-то, ну, есть ли какие-то последователи, да, грубо говоря, ученики, просто последователи в Штатах, в Кубе вообще на Западе, не в Испании, Лорки? Ну, что сказать про последователей, в принципе, наверное, почти каждый поэт проходит в своей жизни через этап ученичества и подражания. Конкретно, кто именно подражал Лорке, я не знаю.
общество, которое он сформировал на Кубе, к сожалению, развалилось после того, как Лорка уехал и умер. В Америке он вокруг себя какой-то ярко выраженной тусовки не собрал. В Америку он ездил именно за вдохновением и с лекциями. То есть, скорее всего, нет. Я не могу сказать, что там Лорка оставил яркий след в творчестве американском или в творчестве кубинском. Нет, такого не было. Чи є ще питання? Не бачу поки що. Ну, добре, давайте подякуємо Ользі.